Советы дизайнеров по ремонту квартиры. Дизайнеры интерьеров отвечают на ваши вопросы. Для создания модного интерьера следует отдать предпочтение нейтральным поверхностям и натуральным материалам. Но есть и некоторые советы, на которые стоит обратить внимание. Чего следует избегать в современном интерьере? Избегайте броских узоров и принтов. Однотонные шторы из льна или хлопка никогда не выйдут из моды. Что посоветуете в подборе предметов интерьера? Выбирайте неукрашенные декором предметы. Чем меньше, тем лучше. Узорчатые оконные стекла, замысловатые узоры, вычурные орнаменты – все это выйдет из моды быстрее, чем элегантные двери и простые классические панели. Натуральные или искусственные материалы использовать? Избегайте нереалистичных имитаций. Плитка под дерево по-прежнему рекомендуется дизайнерами, но пластика следует избегать. Тонированное или выбеленное дерево лучше? Если выбирается дерево, то оно должно быть натурального цвета. При выборе деревянной отделки следует обращать внимание на цвет натурального дерева, а не на экзотические цвета. Как работать с брендовой мебелью? Избегайте печально известных случаев дизайна. Печальная история кресла IMS – хороший пример. Изначально хороший дизайн стал символом дурного вкуса, когда подделки стали появляться в большом количестве. Как придать характера своему дому? Персонализируйте интерьеры. Я предпочитаю вешать собственные фотографии, а не постеры из IKEA. Пусть ваш дом выражает вашу сущность и ваш вкус, а не тенденции в дизайне интерьера. Как конструктив дома влияет на стиль интерьера? Подбирайте стиль в соответствии с типом вашего дома. Например, дома, отделанные панелями, всегда хорошо смотрятся в стиле середины века или скандинавском стиле. В тренде ли вазы и другие предметы декора? Используйте произведения искусства. Аутентичные предметы искусства в интерьере всегда привлекают внимание и выглядят актуально. Используйте их смело. Сейчас используют только светлые тона на стенах? Не отказывайтесь от темных цветов. Справедливости ради стоит сказать, что темные изысканные оттенки серого никогда не выйдут из моды. Но вам все равно придется задуматься об уместности цвета стен. Что делать со старой мебелью? Выбрасывать? Сохраняйте старое, давая ему вторую жизнь. Оригинальные предметы, созданные в прошлом, украшают интерьеры и привносят в них особый дух привязанности к истории. Такие интерьеры всегда вне времени. Надеемся, вам понравились наши советы. Подпишись на канал, чтобы получить еще больше полезных советов. Ну а если есть вопросы к дизайнеру, пишите нам, все ссылки в описании.